Итак, продолжаем вязать нашу кофточку. Надеюсь, что вы справились и связали обе половинки. Теперь, да, не забываем, что обе половины, они должны быть одинаковые по размеру. То есть, как мы узнаем размер, считаем количество, допустим, здесь вот столбиков и количество столбиков здесь. Теперь, что далее? Складываю свою вторую половину или первую половину. Допустим, вот первая половинка уже готова, да, у нас вместе с узорчиком. Вторую половину я точно так же складываю. И надо соединить плечевые швы для того, чтобы здесь вязать узор, то есть манжетик. Нитка получается посередине. Если ее соединить так, то шов мы не закроем. Как же можно сделать так? Никак. Просто придется оторвать нить, закрепить ее и соединить, и сюда уже выйти на круговое вязание. Больше никак. Поэтому нить закрепляем, отрезаем и переходим к соединению двух полотен. Итак, соединяем два полотна. Значит, здесь я отступила определенное расстояние от воротничка, да, или вот от этой части, вот 5 сантиметров. Значит, здесь тоже отмеряете ту часть горловины, которую бы вы хотели. Я вот смотрю по своим столбикам, раз, два, три, раз, два, три. И вот здесь вот я буду соединять. Буду соединять по изнаночной стороне. То есть сложную вещь выворачиваем на изнаночную сторону. Смотрим наши столбики, чтобы совпадали. Ну вот, видно же, да, их вот здесь вот внутри. Их же видно внутри. Вот, чтобы они совпадали. Отсчитываем раз, два, третий столбик. И вот с этого столбика начинаем соединяться. Я соединяюсь таким. Можно взять крючок, можно взять иголку с ниткой, кому как удобно. Соединяю тамбурным швом. То есть под две кромочные завожу крючок. Соединяю ниточку под две кромочные. Протягиваю петельку. Затем в следующие две кромочные крючок, петельку вытягиваем, соединяемся. Еще раз. Под две кромочные крючок и в петлю. И так вот до конца, до этого уголка. Закончили все провязывать. Выворачиваем на правую сторону вместе с клубочком. Смотрите, чтобы здесь не попались петли, которые вы не зацепили. Ну, чтобы был шовчик аккуратный. Дальше я провяжу еще один ряд именно темной пряжей, а затем давайте здесь посмотрим. Здесь вот видите темный ряд, потом светлый ряд, а потом третий ряд уже темный и вывязывается узор. То есть один круговой ряд темный, один круговой ряд светлый, и на третьем ряду мы с вами встретимся. То есть просто под каждую петлю провязываем столбик без накида. Под каждую петельку. Уже не за заднюю стенку, а просто под каждую петлю. Вот таким образом. Итак, темная нить, потом один ряд
нашей светлой нитью. И на третьем ряду мы с вами встретимся. Теперь переходим на светлую нить. Но вот этот ряд будем провязывать за заднюю стенку, как мы обычно провязывали при вязании узора, то есть за заднюю полупетлю. Для того, чтобы у нас оставалась на темной нити перемычка, за которую будем потом поднимать удлиненный столбик или столбик с накидом. То есть нам же надо вязать узор, поэтому вот этот вот ряд светлой нитью вяжем за заднюю стеночку. Вот здесь вот на темной нити у нас останется перемычка. Итак, провязываем светлой нитью, затем переходим на темную нить и будем вязать узор. Закончили ряд. Соединяемся с обратной стороны, как всегда. И берем темную нить. Теперь провязываем столбики, тоже так же продолжаем за заднюю стенку. Раз, два, три, 4, 5, и здесь шестой будет столбик с накидом, то есть за нижний ряд. Раппорт этого узора составляет 6 петель. Продолжаем еще раз. Раз, два, три, 4. 5 и 6 столбик за нижнюю перемычку. И так все вяжем по кругу. Возвращаемся в начало узора. Закончили провязывать рядок, перешли на светлую нить и теперь вяжем следующим образом. Хочу просто вам несколько так вот, советов, да, наверное. Раппорт узора 6 петель. Если вы не вписываетесь в какой-то один раппорт, ну, допустим, ну, сократите петлю или наоборот добавьте еще один столбик, там пару столбиков, я думаю, что здесь ничего страшного нету. Подогнать всегда можно свой раппорт по круговому вязанию. Раз, два, три светлые за заднюю стенку, один длинный столбик перед темным, над столбиком одна петля, за столбиком темным вяжется удлиненный столбик. Опять три петли. Раз, два, три, и то же самое повторяется перед темным столбиком, один, затем петля, и за столбиком светлый столбик в перемычку нижнего ряда. И так все продолжаем вязать по кругу. Вот таким образом. Соединили темную нить и переходим к следующему ряду. Вот смотрите. В предыдущем ряду у нас был светлый столбик. Перед ним надо провязать темный столбик. Перемычку нижнего ряда. Светлый столбик, петля. В темный столбик провязываем столбик.
как бы вот этот светлый столбик с обеих сторон провязывается темной нитью. Затем провязываются 3 петли. И опять перед этим столбиком темный, петля и опять темный столбик. Вот. Получается вот такая загогулина, и между ними вот этот вот столбик, который разъединяет светлую полосу. Раз, два, три. Вот здесь надо немножко быть внимательным, не ошибиться, и тогда у вас узор получится. Распускать не придется. Ну, даже если ошибетесь, ничего страшного, переделать всегда можно. Итак, довязываем все это по кругу. Вот опять светлый столбик перед ним, темный, потом светлая петля и опять темный столбик. Вот таким образом. Так, подобрались к началу ряда. Здесь последний светлый столбик. Его провязываем над ним петлю. И все, соединяемся. Переходим на светлую нить. Получается у нас первый, второй, третий и четвертый ряд. Вот здесь, по идее, должен быть столбик. Но так как у нас петля ушла как бы влево, то ничего страшного, мы его провяжем уже в конце. За заднюю полупетлю 1, 2, 3, 3. Сюда длинный столбик и вяжем дальше. Раз, два, три, четыре, пять. И вот видите, вот сюда, вот он. Оп, у нас получился первый такой узор. Опять считаем. Раз, два, три, четыре, пять. И вот он, длинный светлый столбик. Сделали. И опять. Раз, два, три, 4, 5. Длинный столбик. Все, вяжем в начало узора. И у нас раппорт будет закончен. Вуаля. Подходим к концу ряда. Получается, после светлого длинного столбика у нас должно быть 3, вот здесь 3 и еще 2, 5 петель, правильно же? Поэтому довязываем свои 5 петелек, вернее 2 петли, ну, может быть, у кого-то по-другому немножко, но главное, что вот эти 5 светлых петель, они должны быть. Закрываем, переходим на темную нить. Что мы делаем дальше? Провязываем весь край, весь по кругу ряд просто темной нитью. Вот видите, здесь просто в каждый столбик, уже не за заднюю стеночку, да, а в каждый столбик. Таким образом.
Ну, вообще-то здесь уже можете, конечно, импровизировать, кому как нравится. Я просто показываю вам, как я вязала, а там решать вам. Дальше, когда я провязала вот этот вот круговой ряд, то в последующем ряду я делала убавки. То есть, получается, из двух столбиков я провязывала один. Каким образом? Чтобы не отнимать ваше время, я просто покажу. Допустим, вы провязали круговой ряд, и в следующем ряду надо немножко сократить количество столбиков. Ну, смотрите сами. Может быть, вы хотите подлиннее манжет, может быть, поменьше. Но вот как сделано у меня. Я в каждой из двух столбиков вывязывала один. То есть, вот один столбик, потом второй. И их вместе соединяю. Опять вот один, второй. И вместе. Таким образом я сократила количество петель, немножко манжет убавила и все, и закрыла рядок. Правда, петлю еще не затянула. И таким образом манжетик уже у нас будет готов. Ну что ж, после того, как связали манжетики на рукава, теперь я еще что вам предлагаю сделать. Со стороны спинки на одной половине я увеличила на 2 ряда спинку, то есть провязала еще 2 ряда. Для чего? Вот когда мы сейчас будем, я буду соединять кофточку, допустим, чтобы здесь оставалось место для планки. Вот, вот таким образом. Как провязать эти 2 ряда? Но здесь уже придется отрывать нить. То есть вяжем таким же узором, то есть продолжаем вязать этот же узор, но придется так. Вот если здесь темная нить, значит я беру светлую нитку, провязываю один ряд, отрываю нить. Затем здесь темную беру, провязываю, отрываю. Таким образом, туда и обратно не получится. Ну, можно связать, но изменится сам рисунок тогда. В принципе, можно вязать, но изменится рисунок. А нам этого не надо. Нам надо, чтобы сохранить узор, рисунок, последовательность. И поэтому соединяем в уголок, там вот где были у нас две воздушные петельки. Соединяем ниточку, закрепляем на узелок. И провязываем здесь ряд уже светлой нитью. Точно так же, как и мы вязали. То есть 4 петли. От угла у нас же 4 петли было. Вспоминаем наш узор. Так, вот эта сторонка, чтобы пока не мешала. Здесь, значит, точно так же столбик, петельки опять, 3 петли. И опять столбик. То есть вяжем по узору. Отрезаем нить, берем темную и провязываем еще ряды. Сколько вам надо провязать рядов для того, чтобы увеличить длину спинки, уже решайте сами. Сейчас закончим вязать эти ряды и приступим к обвязке. И снизу тоже сделаю вот такую же окантовку, так вот, как этот манжетик, только будет уже вот здесь вот снизу. Ну и теперь в завершение, что осталось сделать. После того, как провязав пару рядов со стороны спинки, точно так же соединяем две половины, как и на рукавчиках. Остается вам провязать низ. То есть, если вам коротенькое изделие, ну, как бы вы видите, что оно коротко, то я его обвязала точно таким же узором, как и на рукавах. Этот рисунок мы с вами уже проходили. Ну, в принципе, и все. На этом работа закончилась. Что еще сделала? Я еще здесь
сделала с помощью крючка петельки, пришила пуговицы, и кофточка готова. Желаю и вам получить удовольствие от вязания, и чтобы у вас тоже была такая красота. Всем пока, всем спасибо и до следующих встреч!